Привет, YouTube. Время обед. Я надеюсь, у тебя тоже обед или ужин, или завтрак. Не важно что, но важно, что ты покушаешь вместе со мной. Время 11:30, следовательно, обед. Чем Макс будет обедать? Зачем я говорю обед или ужин? Чтобы ты знал, чем Макс обедает, а чем он ужинает. Разумеется, ужинать таким бы я не стал. Гёдзя ли цяо цзы? Попробуй выговорить, ё-моё. Я так понял, это некий аналог японской или китайской кухни наших пельменей, но с овощами и мясом. А абракадабра цяо цзы или гёдзя? Блюдо китайской изначально, а также японской, корейской кухни. Одна из разновидностей пельменных изделий. Гёдзя лепятся из теста с начинкой из мяса. Чаще всего свинога. Свинага. Свинола. Фарша, овощей, капусты. Реже мясо. Сковородка у меня там уже раскаляется, надо чуть-чуть убрать. Я подготовился уже, чтобы тебе не сидеть. Очень тонкое тесто нам тут написано. 5 минут быстро и легко. Гёдзя с говядиной и свининой. Меньше пачка, тот же вес. Традиционно восточные пельмешки с тончайшим тестом, сочной нежной начинкой, вкуснейший гёдзя на любой вкус. С мясом, рыбой, ну их, короче, много. Всяких пачек вот этих. Куплено в Ярче. Не в Китае. 3 минуты на сковородке, тарапарасапары, короче, 2 минуты даже. По калориям. 206 килокалорий, 865 килоджоулей. Пойдем погреем и съедим. Кушать уже охота. Посмотрим, чем китайские япошки пельмени отличаются от сибирских наших. Родина пельменей Сибирь. Берем масло, возьму нерафинированное. Нам надо просто, нам не надо, чтобы особо тут много было чего-то, а просто, чтобы они не горели у нас на сковородке. Вот пачку открыл, пахнут очень вкусно. Их достаточно тут много. Подонок один не вылазит. Ненавижу вас! Подлец. Форма вареников непривычная нам. Как будут греться, я думаю, тебе не стоит показывать, что тебе на это смотреть. Мешать будем деревянной палочкой вот такой. В общем, сейчас погреем и встретимся на нашем рабочем с тобой столе. Попробовать, что это такое вообще. 3:28 a.m. Ну и что же? Подогреть мы сумели, у нас получилось, это уже даже для меня перебор. Радует. С поджарочкой, причем получилось поджарить. Вот такой вид они имеют. Но наши вареники, в общем, что тут таить. Так как это китайско-японское блюдо, наверное, палками придется есть, если получится. Всем, кто хочет полезным тита. Ой, это вкусно. Чувствуется мясо. По-моему, усилитель вкуса. Да, ты заметил правильно. Уже я спрятать хотел. Перец там лежит еще. Лежит перец, который мы употребим тоже. Не распробовал. Вот такой аппетитный. Очень сочный. Чувствуется восточные пряности. А восток... Дело тонкое. Как ты помнишь. Сочнейшие. Чувствуются пряности, приправы и, как тебе сказать, овощи какие-то. Очень вкусно. Тончайшее тесто, как и обещали. Давай перца вкусим. Домашний. Запивать будем молочком. Не брендом никаким, а социальное. Для инвалидов, которое продается. Еще брендовый кетчуп приготовил вот такой, каждый день. И специальный майонез сибирский с кедровым маслом. Будем пробовать и так, и так. Так, ну, конечно же, это. Обязательно, конечно. С майонезом всегда все вкуснее. Но я, знаешь, оно и так вкусно. Вот без майонеза, без ничего, вкуснее всего, наверное, будет. Даже не хотелось бы портить, как бы. Так, разучился палками есть. Вот. Болван, согласен. Так, руками будем есть, короче. Ну, конечно, с майонезом всегда вкуснее. Майонез подлец. Кетчуп помаленько. Написано, что он острый, но он нифига никакой. Некоторое сравнение, конечно, можно провести с нашими пельменями, но это не пельмени. Совсем не пельмени или совсем не пельмени. Вот мы видим здесь мясо прям. И оно прям мясо, понимаешь? Очень неплохо. Сверху они какие-то странные, вот белый налет какой-то имеют. Тоненькое тесто такое, вот ты видишь, наблюдаешь. А самое важное, что мясо прям вот мясо. Вот самый зажаристый. Мечта. Еще чуть-чуть перчика.
Угу. Начинка по вкусу очень похожа по качеству на горячую штучку. Мы с тобой горячие штучки ели всякие. Очень неплохо. Замечательно. Не нахвалюсь. Вот прям сочные. Кусаешь, и прям сок течет. Хоть бы это не увлечься. Надо либо Геннадию попробовать оставить. Короче, пельмени, но сочнее, я бы сказал, с восточными пряностями и с какими-то овощами. Бомбическая сила. По калориям весьма щадящая, но все есть лекарства, все есть яд. Все хорошо в меру. Без меры что-то употреблять такое себе. Не могу оторваться, ё-моё. Все, последний, клянусь. Любовь не перекусить, а чисто попробовать. Так что нормально. Перец очень злой, мощный. Поэтому что, поэтому молочка попить надо. Нормально такое молоко. Социальное, элитно-крестьянское. Ну и все, имею в виду Кяо-джо или Гё-джо. Очень зачетная тема. Просто восхитительная, я бы сказал. Я очень доволен. Я найду все, что у них есть. И мы с тобой попробуем все, что у них имеется, по мере возможности. Спасибо за просмотр. Спасибо, что посидел вместе с Максом. Но пока не скучай, не грусти. Скоро Макса в гости жди. Береги себя и всех близких. Здоровья всем. Пока.